знаете, бытует мнение, что в шоу-бизнес все попадают через постель. Пара, которая сейчас выйдет на эту сцену, попала в постель через шоу-бизнес. Леонид Агутин, Анжелика Варум в «Вечернем квартале». Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Как дела? Как настроение? Сегодня мы вам предлагаем поучаствовать в нашей постоянной рубрике. Это такая маленькая игра, в которую мы играем со звездными парами. Да, ну ни для кого не секрет, что муж и жена одна сатана, вроде как. И понимают друг друга с полуслова. Да, и именно сейчас мы попытаемся это доказать. Суть игры очень проста. Вы, Анжелика, оденете наушники, будет играть музыка, то есть вы нас не будете слышать. Леониду мы будем задавать вопросы. И по его ответам, вот то, что он ответит, мы будем говорить его ответы, а вы должны будете нам сказать, какой же был вопрос. Договорились. Очень просто. Леонид, значит... Эй, к мамбо. У меня хорошо. У нас тоже все в порядке. Простой вопрос. Каждый из нас, в принципе, это знает. Ну, я так думаю. Какой рост у вас был при рождении? Ну, я, честно говоря, нехорошо помню рост, потому что акцент был поставлен на вес. На вес. Вес страшный был, да. Даже рассказывать неприлично. Примерно? Очень большой. Бедная мама еле меня родила, если честно. Но я был такой здоровенный при рождении, что сейчас ничего почему-то от меня не осталось. Но... Я думаю, что рост примерно так, сантиметра 52, я думаю. 52. Примерно. Замечательно. Анжелика. Итак, Анжелика, снимаем наушники. О чем был вопрос, если Леонид похвастался, что у него 52 сантиметра? Ну, был, по крайней мере. Когда это было, слушай? Ну да, да. Вам видней. Боюсь предположить. Нет, нет, вы смело можете это сделать. Вы наверняка знаете. Был? Был. Был, да. Ну что, Грик, это? Сейчас больше. Ну давно, давно. Ну, наверное, гриф детской гитары, когда он учился. Совершенно верно, смотрите, как все совпадает. Абсолютно верно, можно поаплодировать. Леонид, вы в шоу-бизнесе не случайный человек. Насколько мы знаем, ваш папа играл в замечательном советском коллективе, который назывался... Ну, во многих играл, но голубые гитары, например. Голубые гитары, основной. Этого достаточно. Анжелика, hello. Итак, мы говорили с Леонидом о шоу-бизнесе. И в его ответе прозвучало слово «голубые». Экраны. Да, совершенно верно. Мы продолжим, Леонид, ну, если не секрет. Ну, мы, в принципе, тоже это видели, помимо дуэта с Анжеликой. У вас же были другие дуэты, ну, творческие, там, Пресняков, да? Были еще какие-то дуэты? Бесспорно, да. Бесспорно, да. Ну, например, еще кто? С кем вы? Сусоповляшвили. Как дуэт? Нормально? Неплохо получилось? Замечательно, да. Замечательно. Спасибо огромное. А, Анжелика... Мы спросили у Леонида, был ли у него кто-нибудь, кроме вас. Он сказал Пресняков и Сосо Павлиашвили, и, в общем-то, достаточно неплохо получилось. Замечательно. О чем был вопрос? С кем он пел в дуэте? Совершенно верно, наконец-то! И зал тому подтверждение. Видите, как все складывается, как все удачно. Леонид, мы часто на телеэкране вас видим на замечательном фестивале в Юрмале. Когда вы были последний раз в Юрмале? На фестивале? Да. На фестивале. Ну, можно и так, просто в Юрмале когда. Ну, вот на последнем, который был, на предыдущем, на крайнем. Когда это было? Когда это было? Этим летом, в июле. Этим летом, да, этим летом. В июле. В конце июля, да. В конце июля. Да, отлично. Отлично. Хорошо, спасибо огромное. Анжелика. В чем подвох, интересно? Мы говорили только что с Леонидом о ваших личных отношениях, и он сказал, что последний раз у вас это было в июле... В конце. Да, этого года. Как вы думаете... Врет. Подожди, ну, мне кажется, он правду сказал. Просто... Ну, какие будут варианты? Версии, версии. Вы наверняка знаете, ведь каждое лето... А.
Юрмала. Да, совершенно верно. Конечно, конечно. Леонид, последний вопрос. Вы сегодня в Киеве не зря. И на эту сцену тоже вышли абсолютно не случайно. Скажите, какую песню вы нам сегодня исполните? Ну, вообще мы предполагали исполнить песню «Две дороги, два пути». Если у вас что-нибудь смешное с этим связано, то... Ну, ответ очень прост. «Две дороги, две судьбы». О чем речь-то? Это песня, видимо, которую мы сейчас исполним. Абсолютно верно! Анжелика Варум! Леонид Агутин! Счастливые дети надежды в этот призрачный мир без меня.